Приветствую, друзья! Конкурс «Мисс СССР» успели провести всего дважды – в 1988 и в 1990 году. Первой обладательницей этого титула стала Юлия Суханова, а вот последней – белорусская красавица Мария Кежа. Но мы могли никогда не узнать об очаровательной девушке, ведь в детстве она была очень скромной и боялась выступать перед публикой, даже если это был простой ответ у доски перед классом. Мария родилась в Рязани, ее мама была русской, а папа – белорусом. Еще в раннем детстве ее семья переехала на родину отца, где она и выросла. Девочка занималась балетом, что сделало ее и так красивую фигуру еще изящнее. В подростковом возрасте Кежа была выше своих сверстниц. Она сильно комплексовала по этому поводу. И чтобы побороть это, родители приняли решение отправить ее на уроки моделинга. Девочка быстро привлекла внимание публики своей обворожительной внешностью и опять-таки по инициативе родителей начала принимать участие в конкурсах красоты. Мария Кежа заработала свой первый титул «Мисс Витебск» в 1989 году. Потом последовала победа на главном конкурсе страны «Панна Белая Русь». Ну а после этого девушку пригласили участвовать во всесоюзном конкурсе. В 1990 году белорусская красотка завоевала звание «Мисс СССР». Девушка моментально становится известной и начинает развивать свою модельную карьеру. Она путешествует Европой и Америкой, где заводит много полезных друзей, в том числе знакомится с Дональдом Трампом. Через год после победы на всесоюзном конкурсе красоты Мария Кежа выходит замуж за немецкого журналиста Ральфа Янзена. Но построить крепкие отношения им так и не удалось. Уже в 1992 году девушка возвращается на родину, продолжая работать моделью на мировых показах. В 1994 году произошла главная драма в жизни Марии. Перспективная модель попадает в аварию. Благодаря влиятельным знакомствам девушку быстро доставляют в парижскую больницу, но она оставалась без сознания целых 4 дня. А придя в себя, Кежа поняла, что больше не сможет работать моделью. Но она не впадает в отчаяние и принимает решение устроиться работать в дом аксессуаров «Лянчель». Мария стала дизайнером и довольно быстро добилась успеха в этом поприще. Через некоторое время мисс СССР 1990 встречает в Париже любовь всей своей жизни – финансового брокера по имени Оливье. Он полюбил девушку всем своим сердцем и поддержал все ее начинания. Проработав дизайнером аксессуаров и набравшись опыта, в 2016 году Мария Кежа открыла свой собственный бутик в Париже, назвав его в свою честь «Маша Кежа». Она увлекается спортом, ведет здоровый образ жизни и занимается творчеством. В свои 47 лет и несмотря на тяжелую аварию, королева красоты выглядит просто бесподобно для своего возраста. Пример белорусской красавицы доказывает, что любые жизненные трудности можно преодолеть. Главное – не сдаваться ни при каких обстоятельствах. В урочный день, в урочный час мы снова рады видеть вас веселых, любознательных друзей. Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер.